Красивые. На,
Все сели? Очень красиво. Очень красиво. Красивые девочки, как они старались, да? А теперь мы все попросим. Сказку покажи нам, Осень. Конечно, покажу. Любите сказки? Да. Дождь осенний моросит. Вижу, зайка к нам спешит. Похлопайте зайчику. По полянке скачет зайчик. Зайка так спешил. Смотрите, какой он красивый, нарядный. Он замерз, наверное, в лесу. Давайте послушаем, что он нам расскажет. Холодает с каждым днем, очень жарко под дождем. Ведь лежу я весь промок, как осиновый листок. Мне бы норку да по суше, там согрел бы лапки ушки. Залезай под зонт, малыш, согреешь лапки, убежишь. Да, сейчас Осень тебе поможет и шапочку, все, чтобы ты согрелся. Тоже в гости к нам идет. Усуши свой хвостик, лисичка. Заходи скорей. Конечно, не будет тесно. Очень уж велик твой рост. Не по мне лисице хвост. Нам втроем не будет тесно. Зонтик наш всех обогрел. Да, какой хороший зонтик. Давайте мы его покупаем. Что же, солнышко выглянуло. Шубки ваши просушило. Стало весело зверятам, да, очень. И стали они веселиться и плясать. Ребяток тоже хотим мы всех позвать. Все выходим тогда на танец, зонтик положим, пусть он продолжает наш праздник смотреть. А мы будем со зверюшками веселиться. Выходите, детки, все. Выходите, вставай. Выходим все. Так, давайте, сколько встанем. Песню осени споем. Поешь, лучше так встанем. Вот так, повернитесь, где вы можете так чувствовать. Вот так, не в лицо. Весело пляшем. И ручки. Ручки. Дождик не стучи в окошко. Тебя просят малыши, подожди немножко. Ручки в пол, веселей малышки. Все кружатся раз-два раз, а это ребятишки. Раз-два-раз, а это и летишки.
порядке. А теперь вон туда гостям покажите все. Поклонитесь. Вон туда, Инжи, вон там наши гости. Видите нас? Вот поклонитесь им все. Давайте мы все встанем, все идите к нам, зверюшки, сюда. Давайте скорее, скорее все сюда подошли, чтобы нас всех увидели. Иди скорее так. Сюда. Все встали, сфотографировались. Ну, давайте помашем рукой. Помашем. Все туда глазки. Всех видно, деток? Так, стоп. Вставайте, Валентина. Вот не видно, не на ванну. Вот это вот. Ванечка, иди. Ванюшка, иди сюда, Ваня. Девочка, вот так видно всех? Иди скорее, моя умничка, иди сюда. Иди. Иди, Ванюшка, иди помаши. Во втором ряду. Гостям. Вот у меня маленький. Выходи сюда. Идите гостям, помашите. Вон у нас какие гости. Где у нас гости? Помашите, где у нас? Скорее, детки, подойдите, зверюшки. Зверюшки. Помашите все ручки. Вон у нас, машите нашим гостям. Вон сколько гостей к нам пришло. Настюшка, иди вон, смотри. Еще раз, Елена, тебе встань, пожалуйста. Встаю. Поближе. Вот так, да? Зонтик. Как скажете, ваша светлость. Давайте как-то мы зонтик, может быть, для... Для чего? Для декора. Положим вот так. Там главное на него не упасть. Главное, и чтобы дети не наткнулись. Ну, еще раз все сказали. Ура! Анечка, иди сюда, Анюта. Иди, моя хорошая. Иди сюда, мой хороший зайчик. Вот сюда. Мальчик в шляпках во второй ряд поставьте. Иди сюда. Вот это, там девочки все стоят. Матрешечки. Вот теперь мальчики у нас. Теперь мальчики стоят во втором ряду, а девочки в первом. Иди вот сюда тоже, иди, моя красавица. И заулыбались. О! Ручки опустите. Вот они все, вот они все. Вот они красавицы наши. Улыбайтесь. Ну-ка. Сосиска. Ну-ка помашите. Ура, ура. Все. Ребятки, спасибо большое, нас так красиво сфотографировали, мы потом будем смотреть, как мы будем расти и как мы на празднике веселились. Вот что-то осень хочет нам сказать. Посмотрите, к осени подойдите. Мне так понравилось у вас в гостях. Ребятки, все сюда. Посмотрели все на осень, она вам что-то сказать хочет. Все. Я принесла вам угощение. И я обещаю вам, что я приду обязательно на следующий год. Вы меня позовете в гости? Да. Так вам угощение я передаю вашему воспитателю. Да? Угоститесь. Ой, какая красота. А это ты своих зверюшек бери и тоже их потом... Обязательно. Да, зверюшки идут все с осенью. Пойдемте, а мы давайте, ребятки, свидания, сейчас подошли все к Ирине Валентиновне. До свидания. Давайте мы скажем спасибо осень. Спасибо осень, скажите. Помашите. До свидания осень. Так, Марта, вернись. Помахали осенью все. Скажем спасибо.